В Матыгинском районе трое лесорубов застрелили спящего медведя. Местные жители обнаружили берлогу хищника во время заготовки древесины. Зверь не представлял опасности для людей. Тем не менее, с помощью тягача мужчины разрушили его логово и расстреляли животное. Жестокую расправу они сняли на видео. Впоследствии браконьеры хотели продать на черном рынке лапы и желчный пузырь убитого медведя. У лесорубов не было разрешения на охоту. К тому же сейчас отстрел этих хищников запрещен. Мужчин задержали и изъяли у них добычу. Возбуждено уголовное дело. За незаконную охоту браконьерам может грозить до 2 лет лишения свободы. Пока версия сотрудников органов внутренних дел, что это было умышленное преступления, то есть они специально, то есть разрешения на охоту у них не было. В любом случае необходимо разрешение. Зверь на них никак не нападал, то есть угрозы для их жизни и здоровья он не представлял. Тем более он находился в спячке, то есть они разбудили его.